скоро Дед Мороз придет. Эту встречу ждали дети целый год. Праздник Новый год! Правильно, давайте не
этом лесу очень много разных елочек. И высоких, и маленьких, и широких, и узких. Ребята, давайте мы с вами поиграем в одну интересную игру. Вы готовы? Да! Молодцы! Тогда я скажу, высокие! Вы поднимите руки высоко-высоко, покажите. Молодцы, отлично! Тогда я скажу низкие, вы сядете на корточки. Садимся, садимся, ребята, на корточки. Отлично. Если я скажу широкие, вы делаете широкий-широкий хоровод. Широкий-широкий хоровод. Замечательно, молодцы, ребята. А когда я скажу узкие, вы подойдете близко-близко к нашей елке. Близко-близко к елке. Молодцы, отлично, возвращаемся на свои места. Приготовились. Высокие. Узкие. Низкие. Широкие. Низкие. Высокие. Замечательно поиграли. Ребята, я вам предлагаю еще поиграть в одну интересную игру вместе с зайчиками, сичкой и белочкой. Вы готовы? Да! Замечательно. Теперь тогда делимся на две команды. У всех синяя леточка и красная. Делимся. Синяя команда. Синяя. Красная команда. Встаем друг за другом, делаем колонну, да? Друг за другом. Берем снежки, ребята. Немножечко назад, один шаг все вместе сделали назад. Хорошо, приготовились. Снежки у всех есть? Покажите мне. Да, замечательно. Теперь слушаем правила игры. Вы должны своим снежком попасть в снеговика. Мы сейчас проверим, какие вы сильные, зоркие, меткие. Как только вы бросили свой снежок в снеговика, старайтесь попасть в него, вы уходите в конец своей команды. Приготовились. На старт. Внимание. Марш! Thank you.
Вот так, 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 в
веревки. Выигрывает та команда, где меньше всего стежков осталось. Sure.
нянечки, борода как белый мех. Интересные подарки приготовил он для всех. При чем здесь борода? Румянец у меня тоже есть, она какая красавица. Так мы его весной не встретим. Он и летом не придет. Он зимою к нашим детям. Он приходит каждый год. Покажите, как вы будете прятать. Ну, я проверю сейчас. Так, вот здесь девушка сейчас заморозит.
такого детского носика. Замечательно. Если дедушка вам расскажет, ручки, прячем ручки. Так, ну-ка, все спрятали. Ну, кто вот этот мальчик не спрятал ручки? Стой, стой, стой. Молодцы, отлично. А если дедушка вам расскажет, заморожу хвостики. А разве у ребяток есть хвостики? А если ушки, то ушки. Молодцы, отлично, замечательно. Приготовились, приготовились, ребята. Дедушка Мороз, начинаем игру. Так, Дед Мороз заморозил носки. Скорей, я сейчас проверю. Ну-ка. Молодцы, ребята, молодцы. Куску подручку. Дед Мороз заморозил ручки. А вы вместе с нами. Давайте, ребят, покажите, какие вы у нас веселые, Дедушка Мороз. И Дедушка Мороз пляшет с вами. Thank you.
понравилось, понравилось. Смотрите, уморили, нет, народ, уморили. Ну что, ребята, пришло время прощаться? Пора. Пора, друзья, прощаться нужно. Всех поздравляю от души. Пусть Новый год встречают дружно и взрослые, и малыши. Я в новом году желаю успехов, побольше веселого, звонкого смеха, побольше хороших друзей и подруг, отметок отличных и знаний смеха. Ну а мы с вами, конечно же, не прощаемся, а говорим до новых встреч. До будущий год мы обязательно вместе с Дедушкой Морозом к вам вернемся. Сверкай, наша елка, у всех на виду. Счастья желаем в новом году! Что у вас на примете? Пускай почитают родители, дети. С Новым годом! Ну а теперь, ребята, звучит финальная песня. Вы все ее знаете, это снежинки спускаются с неба. Давайте вместе споем ее и потанцуем. А потом вообще скажем. Тише, они меня.